Эта колясочка, конечно, подороже, но зато она обладает отличными показателями устойчивости, маневренности. Два мотора, опять же. Передний привод. Если у вас есть материальная возможность, я бы рекомендовал именно эту. Петь, у тебя материальные возможности имеются? Да, два мотора, это, конечно, все здорово. Но, может, есть что-то попроще? Вы имеете в виду подешевле? Не жмотись, Петька! Ну, ладно, а сколько хоть она стоит? А, это всего 300 тысяч. Что? 300 тысяч. Эй-эй-эй-эй-эй! Ну, витрина подешевле будет стоить.